Сила, доблесть и честь. В Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооруженных сил. Поздравления принимают в первую очередь ветераны и военнослужащие. В частности, белорусская армия сегодня насчитывает около 65 тысяч человек. Этот мужской день празднуют не только в республике, но и в других странах СНГ. Отечественные продукты на выставке в Дубае. В этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза. Здесь представлены стенды 25 компаний. Некоторые из них уже работают на рынках стран Персидского залива. Мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, бакалея. Каждый продукт имеет сертификат халяль. Деловая программа включает также бизнес-брифинги и переговоры с представителями торговых сетей и импортеров. В Беларуси на начало месяца зарегистрировано на 19% меньше безработных, чем год назад. Это чуть более 8 тысяч человек. Несмотря на то, что свободных рабочих мест по сравнению с прошлогодним показателем стало на 13% меньше. Как отметили в Минтруда и соцзащиты, в январе при содействии службы занятости 5 тысяч трудоустроено на постоянную работу по госпрограмме «Рынок труда и содействие занятости». В 60-м детском саду появилась комната безопасности. Здесь и спецтехника, и форма МЧС, причем детских размеров, и макет пожарной части. В общем, все необходимое, чтобы ребятам было интересно и познавательно. Плюс наглядный материал по правилам поведения в быту, на дороге и при возникновении ЧП. У футбольного клуба «Белышина» рокировка на тренерском мостике. Команду возглавил Виталий Павлов. Накануне стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Специалист сразу озвучил главную задачу на сезон – первое место и возвращение в высшую лигу. К слову, коуч уже работал в «Бобруйске» с 2010 по 2016. Сначала был помощником, после уже главкомом.